Ботинки начищены до блеска, форма подогнана точно по фигуре, ремни подтянуты. Все как в российской армии, никаких поблажек. Через неделю кто-то из этих кадетов может стать участником парада памяти на площади Куйбышева. Выглядеть нужно не хуже солдат президентского полка. Самое главное, что ребята стремятся. И важно, что именно военно-патриотическое воспитание поднимается на новую стадию. Кадеты 177-й школы вместе ходят строем уже не первый год. В городском смотре парадных расчетов не новички. Держать строй и маршировать в ногу учатся 5 дней в неделю. Пройти по площади Куйбышева – мечта каждого самарского кадета. Это право нужно еще заслужить, но это того стоит, признается командир подразделения Илья Проскурин. Когда строй идет в одну ногу, это приятно, что ты идешь рядом со своими друзьями, которые увлечены этой идеей и хотят продолжать этим заниматься. Это очень приятно, именно само ощущение, когда идешь. Могут быть у кого-то мозоли и у кого-то другие какие-то травмы, связанные с какими-то другими процессами жизнедеятельности, но это все забывается. Это действует в голове слишком сильно, чтобы на это обращать внимание. Особая честь для кадета – попасть в знаменную группу. Там маршируют лучшие как в учебе, так и в военной подготовке. Знаменосцы и караул двигаются по-особенному. Это совсем иной уровень мастерства. Знаменная группа участвует во всех официальных праздниках и торжествах. Парады и награждения отличившихся солдат и офицеров – яркий пример. Смотры парадных расчетов проходят в Самаре не первый год. Это один из элементов патриотического воспитания молодежи, так же, как и военная игра «Зорница». Смотр-конкурс есть хорошее историческое прошлое. Будучи школьником, и я в свое время, так сказать, принимал самое активное участие, когда у нас были уроки начальной военной подготовки. Также у нас были смешанные расчеты повзводные от каждого класса, так сказать, и мальчишки, и девчонки с большим задором, так сказать, участвовали. Выходили на районные, городские, областные мероприятия. Сегодня в городском этапе смотра парадных расчетов и конкурса «Песня марш Калашникова» участвовали 3 кадетские школы и патриотический клуб. В итоге жюри преподнесло кадетам сюрприз. Все они пройдут 7 ноября по площади Куйбышева. Украшением праздника станут самарские юнармейцы. Свою выправку и чеканный шаг они тоже покажут на параде памяти. Песня, ласточка, летишь, Россия, любимая моя, родные, березки, тополя. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.